сегодня будет очень интересное видео для вас, потому что у нашей подружки сегодня день рождения, и мы все едем на тусовку. С нами. И вот наша банда. Наша банда. Все поздравляют. Мимо меня, когда вам пишут негативы, что-нибудь говорят, говорите мимо меня, так, мои дорогие, приступаю к покупочкам, обзору, я не знаю, сколько что стоит, но это около 100 с чем-то лир, чеснок купил муж, такой пахнущий на всю кухню, огурцы сегодня по 2 лиры, я не знаю, по-моему, по 10 лир, 10 лир.
12 лир помидоры. Может, яблоки 10, безелье. Безелье горошек. Все. Вот это покупка 100 лир. И муж ушел. Принес и ушел. Я его говорю, если увидишь что-нибудь такое, подкупи. Ну вот посмотрим, дуд какой, видите? Дуд тут. Тутовица, да? Тутовица ее называют. Шелковая тутовица. Попробуем ее на вкус. Какая она, вкусная или нет? Муж снова вернулся. Принес вот такое шикарное фасоль. Лобио хотела сказать по-грузински, поэтому неправильно просклоняла. Шикарную фасоль, говорит Айше, ее зовут, 30 лир килограмм. Также он принес, мои дорогие, зелень, вот эту, которая... Вы помните, вы мне сказали, что это щавель, она кислинкой. Неужели щавель? Я помню щавель, мама столько раз готовила мне борщ, но я почему-то представляла его другим, помню насколько. Так, еще он что принес? Еще он купил перец. Сейчас вечером уже по 5 лир за это, а то было 15 лир килограмм. Так, еще что он принес? Сейчас я вам покажу. Это, вот он что принес, нектаринки. Нектаринки принес. В общем, такие фрукты у нас сегодня. Боже, какое счастье, лето пришло. Лето пришло, когда киви уже заканчивается сезон, они такие все твердые. И вот я решила приготовить фасоль. Так сегодня убрала. Так, мои розочки. Покажу вам, знаете, мои... Да, тут я же перестановку сделала. Те мои цветочки страшненькие. Я их всех отнесла на ту сторону. Ну вот более-менее эти еще как-то нормально выглядят. И сюда принесла свои гвоздички. Вот такие у меня красивые гвоздички. Вот такую я сделала перестановочку цветочную. У меня авокадики, видите, авокадики повыходили. И у меня уже перчики появились, перчиночки. И здесь они у меня растут. Вот такой мой огородчик. Пока я была на вебинаре, мой муж пришел и опять что-то принес. Вы знаете, что мне нравится в моем муже? Вот он мне на маникюр не даст деньги, не то чтобы дома было, что все, что не достает, и с карты снимет, или еще что-то. Смотрите, сейчас потратил 200 с чем-то. Вот 220 он мне за маникюр точно не даст. Но продукты принес. Это не считает, чтобы было дома что покушать. Интересно, что он принес? Вместе с вами посмотрим. Булгур принес на, знаете, на что? Кусыр буду делать. Летний салат. Так, и вот такой для плова. Так, еще что принес сейчас я? Яйца принес маленькие, 30 штук. Вот, смотрите, здесь вот сбоку написано ML. Хорошо, так. Вот это вот у нас закончилось. Моющее средство для посуды. Эти мороженки. Вот, а его любимое для себя покупает. А это две для меня, бум-бум. Столько времени оно здесь лежит, если бы я знала. Вот купил такой рис килограмм. Приготовила очень вкусный плов. Приготовила фасоль. Почистила холодильник. Вот вроде бы. Вроде бы вот так. Люблю тень базара. Все так, когда много. Так классно. Вот здесь у меня фрукты. Ежевичка, мушмала. Здесь зелень. Очень много зелени. Прямо это уже перемытое. Сыры. Тесто. Такой сыр. Такой. Тут масло. Продукты есть.
Фрукты есть, овощи есть. Только подкупить надо. Курочку, мурочку, крупы, все есть. И вот за это все он заплатил 220. Кстати, нам за свет пришла квитанция 260. £15. Фейри 70. Сколько стоит туалетная бумага? Я не вижу. Ладно, какая разница? Ой, чай сейчас буду заниматься чаем. Заварю-ка я чаек. Вообще день какой-то сегодня был. Весь у меня такой насыщенный. Уборка, работа по бизнесу, звонки, переписка, боже, и ужин. Даже не вышла сегодня на набережную. Завтра у нас встреча в клубе. Вот и нагуляюсь. Всем привет, друзья мои. У меня только есть время с вами поболтать, когда я в дороге. Сегодня у нас рисование, нейрографики. Мы решили вместо йоги. О чем бы я хотела с вами поговорить? О дне рождения. Это было очень классное день рождения, как вы видели. Весь ресторан был нашим, можно так сказать. Турецкую музыку мы и потом включили, а так все даже потанцовывали с нами. Мой муж сел от меня. Почему, я скажу вам, вы сейчас видели. Он сам захотел сесть с мужем именинницы, так как он турок. Пока мы ехали в машине, он от нашего русского устал. Русского языка. И говорит, мне там будет скучно, поэтому ты, говорит, сиди там, а я сяду там. Вот так и произошло, что он сел отдельно от меня. Но все нормально, потом, естественно, мы соприкасались. Это было как-то очень даже интересно. Не всегда же вместе нужно быть, правильно? Ну вот, я уже подошла, потом с вами продолжу тему. Повеселились отлично. Просто слов нет. Сейчас ждем, когда у кого следующий день рождения. А даже нам не нужно день рождения. Мы просто так соберемся без повода. Так мне захотелось сегодня салатка сыр. Несмотря на то, что такая погода закрытая, вообще какое-то такое нехорошая погода. У меня настроение замечательное. Я решила приготовить себе летний салатка сыр называется. Значит, здесь все, как вы видите, булгур мелкий, огурчиков только нету. Сейчас я это все помешаю, добавлю гранатовый соус и оливковое масло, и все, готов. Хочу показать вам хумус, который я приготовила. К сожалению, вчера я забыла про него. Посмотрите, какой вкусный вышел. Как он кушается, сейчас я вам покажу. Берется лист салата, кладется ложечка хумуса, сыр, сок лимона, можете веточку какой-нибудь зеленушки, сейчас я добавлю петрушечку или что-нибудь. Это заворачивается и кушается. Приятного аппетита мне. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.